На авиационной базе Караганды проходит военную службу единственная девушка, старший лейтенант Ардана Ботай. В должности старшего летчика-истребителя авиационной эскадрильи она работает наравне с мужчинами. Стать военным летчиком Ардана мечтала с детства. Еще в детстве, играя с братом в игрушки, в машинки, мы начали больше интересоваться именно автомобилями, собирать какие-то журналы, и в статьях я увидела именно фотографию МиГ-29, и в тот момент появилось желание именно освоить этот самолет. После школы подала документы в Военный институт сил воздушной обороны, что в Актюбинске. Пришел отказ. Но целеустремленную Ардану это не остановило. Она окончила Академию гражданской авиации в Алматы. Сегодня Ардана летает на истребителе нового поколения Су-30СМ. Этот сверхманевренный самолет способен действовать в любых погодных условиях. Он может не только сбивать самолеты противника и уничтожать наземные цели, но и проводить воздушную разведку. Ощущения самые положительные – это, наверное, реализация своих целей, в первую очередь, и чувство удовлетворенности, наверное. Обучение у летчиков не прекращается никогда. Командир авиационной эскадрильи отмечает, что у Арданы есть полная база для подготовки к полетам. Сегодня она выполняет так называемую вывозную программу, то есть полеты проходят в составе экипажа. По ее завершении старший лейтенант Ботай будет летать одна. Требования, предъявляемые к Ардане, такие же, как и ко всему остальному летному составу авиационной эскадрильи. Почему? Потому что в небе все равны. Ну и хочу пожелать Ардане, чтобы она выполнила практическое переучивание на самолете Су-30СМ и далее выполняла полеты согласно плановой подготовке. В моем опыте летной деятельности первая девушка-летчик именно на таком новом многофункциональном истребителе Су-30СМ. По словам Арданы, мотивируют ее на новые свершения не только родные и коллеги, но и примеры легендарных военных летчиков. Это и Хиуаз Доспанова, которая в годы войны служила в женском полку ночных бомбардировщиков, и Нуркен Абдиров. Мой земляк Нуркен Абдиров тоже был летчиком. Они все, конечно, вдохновляют, мотивируют именно учиться, защищать родину. Андрей Тана, Манкужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский.